В Уфе из-за карантина решили ввести ограничения в работе общественного транспорта. С завтрашнего дня на маршруты выйдут лишь 50% подвижного состава. Из 2150 автобусов, троллейбусов и трамваев работать будут лишь чуть больше 1000. При этом мэрия решила сократить и время движения с 6 утра до 8 вечера. Также с сегодняшнего дня Башавтотранс полностью закрыл межрегиональные сообщения. Сокращены междугородние и пригородные маршруты. Городские же работают по расписанию выходного дня. Водителям рекомендовано соблюдать меры личной гигиены, использовать маски. На данный момент горожан перевозят 1500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Решение по частным перевозчикам на данный момент не принято, отметили в мэрии. Да, на территории республики будут спецпропуска, но вот перечень тех организаций, которые получат спецпропуска, и сами пропуска будут выдавать администрации муниципальных районов и городских округов. Такси будет ездить, оно не приостанавливается. Единственное, по транспортному сообщению Госкомитету по транспорту рекомендовано в кратчайшие сроки отработать и с 20:00 часов прекратить сообщение между регионами. То есть соседние регионы от нас общественный транспорт, автобусы, Башавтотранс ездить не будут. То, что касается сообщения транспорта автобусов между городами и районами, они будут минимизированы, насколько это возможно. В Башкортостане сегодня с 8 вечера вступает в действие указ главы региона о полной самоизоляции всех жителей республики. Но вот в прежнем режиме будут работать продуктовые магазины, автозаправки и аптеки. Не приостанавливается и деятельность легковых такси. Ограничения будут действовать до особого распоряжения властей.